бабушек и сюда. То есть туда не пошло, смотри. Ок, не пошло. Раз, в другую сторону. Эй, получи. Бам, не пошло. И мы сразу обратно. Оп. Делаем круг обратно. Раз, два. Опять, видите? Лопаток. Лопата. Лопата. Стыковая. Да. Понятно? Да. Знаете, комнатные ветераны боевых действий будут по раскаленное железо писать. Да. Да. Про раскаленное железо будут писать. Обязательно будут писать про раскаленное железо. Что поцарапаешься. Просто вначале сказали, зимой в рукавице. Да. Нет, они просто не знают, что есть тактические перчатки, если они так боятся. Нет, там что поцарапаешься, а вот здесь может там попасть или там можешь травмироваться. То есть разговор вообще стоит о жизни или смерти. Не о царапинах, не о том, что ты обжегся. Обжегся, это когда ты та-та-та-та-та-та-та-та-та. Тут он весь магазин опять выпустил, значит, тут он все до красна, тогда ты схватился. То есть, ну, бред можно всякий придумать. Можно вообще ничего не делать. Просто я обычно скажу на эту тему обычно такие слова. Увидел шипящий ствол, ничего не делай. Просто ничего не делай. А вдруг не получится? Лучше уж и не потеть перед смертью. Просто умер и все. С чистой совестью. И это, ущерб человеку не надо наносить никакой. С чистой совестью отдал кони и все. Вопрос даже не об этом стоит. То есть вопрос даже не об этом стоит. То есть его убрали, не пошел, все. И все. Делаешь и все. И никто даже в этот момент не будет замечать. Кто когда дрался из вас, прекрасно знаете. Вот даже внимания на это не обращаешь. А те, кто машины ремонтирует, например, когда ключом срывает полкожи, на руке полруке сдирает вместе с кожей, тоже не замечаешь ничего. Да, по пальцам там надолбаешь. Все сорвет полруки. Ну, елки-палки, надо доделать, докрутить. Только потом встаешь, куда-то едешь там, да. Все. То есть, ну это когда? Когда, ну, это вот внуки и то не задают такие вопросы. Никогда. Что могут задать спецназовцы с такой чушь с паузой? И еще раз. То есть, не забываем. То есть, это вот вам. Лучше сюда. Иначе не получилось. Все, делается очень простой качок. Кофе. Сюда не получилось, выходим отсюда, работаем, видите? Не работаем руками. То есть мышь просто. Все. Вот так ничего не сделаешь. Вот как мне тяжело. Чуть сопротивление небольшое, мы уже ничего не сделаем. Поэтому работаем там. Тело. На ножку раз. И вот видите, смотри, видите, как вот. Обратите внимание. На что похоже вот это действие? На лопату. Посмотрите. Нет, не на вилы. А вот еще мы это делали, кстати. На что похоже? На отложенный удар. На топор! Помните, делали освобождение от захвата? А, топор. Только это приклад делает вместо руки. Топор. И все. Топор. То есть, понимаете, если подумать, если внимательно смотреться, то нового вообще ничего нет. Какая разница, с чем я это буду делать? Рукой, вот это у меня похоже? Да. Или я этим буду делать? То же самое я сделаю. Топор. Какая разница? Топор и копор. Или это будет просто кусок палки? Он схватился там за меня. То же самое. А если это будет лопата, то я его этой как бы лопатой еще чик. То есть разницы, в общем-то, как бы нет никакой. Разницы нет никакой. Это я вам так. Я, чтобы вы видели, что все везде одинаково, все очень просто. Потому что сложность заключается не в том, что мы не умеем это делать. Мы уже умеем это делать, только мы это воспринимаем по-другому, как будто новое. Это не новое, это старое. Мы уже умеем это делать. Просто примените это не... Представьте, что это рука. Вот это. Она похожа. Поехали. У вас сразу срабатывает лошадь. Сделали, начинаем его. Пытайтесь, как он закрутить. Смысл не в этом. Не то, чтобы его закрутить, мы должны сделать автоматом загиб руки за спину.
как бы, нет. Мы должны, первое, решить проблему. И забрать оружие. То есть основная задача. Просто этими своими действиями я его привел в неудобное для него положение, и у меня уже оружие в руках. Понимаете? У меня уже в руках оружие. А то была бы проблема. Мы бы возились, то кого там поборет и так далее. Не боритесь никогда. Используйте оружие. Раз, не по раз, выйдем, выйдем, еще ударили. У нас пошли дальше. Вот. Понятно? Следующий момент. Приклады. Да, приклады. Дальше. Вот мы с вами что делали. Идет движение, то есть мы засадим. Забрали слово. Пошли дальше. Значит, вы сейчас здесь, вот который с автоматами работаете, этот. Плюс, ясно вам сейчас там все? Пропустили, ударили в горло, в нос, в глаза, неважно. Забрали оружие. И еще одна задача, то есть неважно. То есть я сбиваю другой рукой. Значит, в каком случае происходит другой рукой? На первом случае мы с ним были вот так. Я это пропускал, да? Во втором случае, ну, я находился, может быть, там с кем-то, да, раз, вдруг, оп, уйдет туда. В следующем случае я вот так, мы опять. Смотрите, в чем отличается. Не просто вот так. Вниз. А мы просто перенаправляем. Мы даже не встречаем, мы практически его вообще не встречаем. Мы его просто перенаправляем. Даже если использовать движение, то же самое можно сделать. Любой рукой. Называется движение цап-царап. Когда цап-царап делаем, оп, оп, он здесь. Здесь. Как же здесь цап-царап? Задача ясна? Да. Вперед. Да.